одежда сшита приморскими производителями по высоким технологиям из ткани с инфракрасной эмиссией, так что делает бойцов менее заметными. Это очень против тепловизора хорошо работает, ее не сильно пробивает тепловизор. Вот, то есть и ночью тепловизоры практически не видно. Бронежилет – это разработка приморских конструкторов, также ткань с инфракрасной эмиссией. Штурмовой бронежилет, вес у него меньше, чем у западных аналогов. Инструкции для ведения боевых действий. Это гусеничная платформа для эвакуации раненых и для доставки боеприпасов к месту концентрации противника. Резинотехническая гусеница. Да. Преодолевает всевозможные препятствия, может доставлять заряд для радиостанции, может доставлять боеприпасы, незаметно, не поддается тепловизорам. Это, с этой турели пулемет бьет точнее, чем человек. Вот он. Очень удобно. Подготовили комплект управления. Да, мы подарок тоже передаем, это комплект управления и коробки на 5 дронов таких вам, чтобы посмотреть, которые одевает оператор, и он уже через эти очки управляет. Да, он управляет. Попробуйте, пусть ваши военные скажут. Ну вот этот аппарат, это мы делаем сами, может взлетать и садиться на любое маленькое место ограниченное. Не надо его запускать с турели, вот, то есть не надо ему посадочную площадку. Вот, то есть вертолет. Мы вам такое передаем. Это такой вот подарок. Оптик даем, чтобы ваши ребята все посмотрели. Что, если что, мы готовы Сейчас мы находимся в носовой оконечности корабля. Вот. Ракеты «Калибр» доказали свою боевую мощь. Циркон у нас поставлен в прошлом году на вооружение. Внимание ГКП! Находимся на главном командном пункте. Корабль находился, рулевой управляет кораблем по курсу. Вот